Добрый день, меня зовут Алина и я приветствую вас на занятии по химии по теме неорганические и органические кислоты. За курс 9 класса вы познакомились с большим количеством неорганических кислот, а вот за курс 10 класса с вами были только органические вещества и, соответственно, вы познакомились и с органическими кислотами. Но с какими-то из них вы были знакомы и до прихода в школу. Итак, если мы с вами говорим о кислотах, то нужно, наверное, узнать, откуда они появились. Совсем-совсем-совсем открывателей кислот не существует. Но вот с серной кислотой познакомились примерно в X веке нашей эры, когда ее получили из сульфатов. А вот если мы с вами рассмотрим уже органические кислоты, то органические кислоты были открыты чуть позже. И большинство из них были открыты Карлом шелеем, Порядка 10 кислот точно. И были они открыты уже к концу 18 века. Если мы с вами рассмотрим, что же такое кислоты, то мы узнаем, что кислоты это сложные вещества в первую очередь, которые состоят из атома водорода и кислотного остатка. Вы знаете много кислот, которые можно применять в обычной жизни. Например, это лимонная кислота или уксусная кислота, или когда мы с вами что-то хотим почистить, чтобы оно осталось красивым и белым. Мы используем в составе вещества, в составе которых есть хлороводородная кислота. Итак, если говорить о кислотах, как об отдельном классе, то необходимо и упомянуть о том, что у них у всех есть агрегатные состояния. Причем эти агрегатные состояния довольно разные в обычном их состоянии. И у неорганических кислот все просто. Их можно просто запомнить. Серная кислота, азотная, хлороводородная будут являться бесцветными жидкостями. И не только эти, довольно много кислот будут являться жидкостями твердые кислоты это борная кислота и фосфорная кислота об этом нужно помнить и их можно просто запомнить их же всего две есть еще одна кислота нерастворимая одна единственная в своем прекрасном роде это кремниевая кислота а вот если уже упомянуть карбоновые кислоты да класса органических кислот эти кислоты у нас нельзя подразделить конкретно на жидкие, твердые, газообразные. Но здесь мы можем помнить о том, что карбоновые кислоты с увеличением их малярной массы переходят все в более твердое состояние. Например, уксусная кислота – это жидкая кислота, потому что там всего два углерода, а лимонная кислота, которая содержит намного больше углеродов, уже является твердым соединением. Итак, в принципе, физические свойства похожи и у неорганических кислот, и у органических кислот. Химические свойства кислот практически не отличаются. Что органические, что неорганические кислоты представляют собой электролиты, которые при диссоциации дают ионы водорода и ионы кислотного остатка. Просто у неорганических веществ кислотный остаток маленький, а у органических веществ может быть довольно огромный. Итак, если мы перейдем с вами к взаимодействию кислот, то увидим, что с основаниями кислоты очень хорошо взаимодействуют. Например, самая распространенная реакция ⁇ это реакция нейтрализации. Она происходит, когда встречается кислота и щелочь, и они нейтрализуют друг друга, а в результате образуется вода, ну и какая-то соль. В нашем случае образовалась поваренная соль. Мы с вами э, взаимодействовали соляную кислоту и гидроксид натрия. Вас не смущает, что гидроксид натрия почему-то розового цвета? Правильно, он розового цвета, потому что мы добавили в него фенолфталиин. Иначе бы мы вообще не увидели признаков реакции, потому что реакция нейтрализации протекает практически без каких-либо изменений. Итак, а вот когда мы добавили фенолфталиин, в щелочь, а фенолфталин дает окрашивание только в щелочной среде, в других средах он бесцветный. Мы увидели, что при добавлении кислоты окраска исчезла. Соответственно, образовалась вода и соль, которые не э, дают окрашивание фенолфталину. А если мы с вами рассмотрим более сложные соединения, например, гидроксид железа 2 он изначально такого немного зеленоватого цвета. И когда он встречается с какой-нибудь кислотой, он переходит в другую соль. Например, если встретился Саша внутри, то получился у нас э, нитрат железа. А нитрат железа у нас имеет более темную, насыщенную зеленую окраску. Здесь нам даже не нужны индикаторы, мы просто увидели, что изменилось окрашивание, соответственно, произошла реакция. Запоминаем, всегда при взаимодействии оснований с кислотой будет образовываться соль и вода. Давайте рассмотрим ионное взаимодействие. Уже не окислительно-восстановительное, а именно ионное. Итак, в реакцию вступили кислота, гидроксид железа, получилась соль и вода. Первое, что нам необходимо сделать, это определить растворимость. И куда мы посмотрим? Правильно, в таблице растворимости. В таблице растворимости мы нашли каждое вещество и увидели, какие там написаны на буковки. R – это растворимые. Все кислоты практически неорганически являются растворимыми, да, за исключением кремниевой кислоты. А вот неорганические соединения, например гидроксиды, могут являться как растворимыми, так и нерастворимыми, а могут вообще не существовать. Обращайте внимание на тех, кто вообще не существует. Итак, расставили растворимость у каждого соединения и поняли, что мы можем разложить на ионы все, кроме гидроксида железа и воды. Итак что мы с вами делаем мы раскладываем каждое вещество на ионы обязательно учитывая коэффициенты которые есть. Если у нас передашь внутри стоит коэффициент 2 значит у нас в реакцию вступают два иона водорода и 2 no 3 группы Итак делаем до конца только с растворимыми соединениями а потом просто вычеркиваем одинаковые и после удаления одинаковых ионов, Справа и слева мы видим, что остался только водород и гидроксид железа. А в результате образовались наоборот ионы железа и вода. То, что мы и наблюдали, то есть немного изменилось окрашивание раствора и образовалась вода. Итак, это то, что касается взаимодействия кислот и гидроксидов. А что же будет, если мы заставим кислоту реагировать с металлом? Реагировать с металлом мы можем заставить любую кислоту. Но запоминаем, что органические карбоновые кислоты реагируют только с металлами, которые стоят до водорода. Неорганические кислоты тоже реагируют некоторые только с металлами до водорода. К этим некоторым кислотам относятся хлороводородная, йодоводородная, бромоводородная и фтороводородные кислоты. Они все будут реагировать в чистом виде с металлами только до водорода. Если мы рассматриваем азотную и серную кислоту, то у азотной кислоты есть, в принципе, свои взаимодействия. А вот у серной кислоты разбавленные Кислота будет реагировать точно так же, как хлороводородная, например. Фосфорная кислота является кислотой средней силы и будет реагировать тоже только с металлами до водорода. Итак, давайте посмотрим, как же они будут взаимодействовать. В данном случае мы с вами рассмотрим окислительно-восстановительное взаимодействие, потому что протекает обычная реакция замещения. Итак, в реакцию замещения вступает цинк и разбавленная серная кислота. Сильный цинк выгоняет слабый водород из кислоты и занимает его место. Для того, чтобы составить окислительно-восстановительную реакцию правильно и уравнять ее методом электронного баланса, нам необходимо расставить заряды у каждого химического элемента в реакции. Что мы с вами сделали? Теперь необходимо определить те химические элементы, которые поменяли свой заряд. Это цинк и водород. Помним, да, что повышает степень окисления всегда восстановитель, и в качестве восстановителя у нас выступает цинк, а понижает степень окисления окислитель. Поэтому водород выступает окислителем. Не забываем удвоить э, ионы водорода, потому что в результате у вас образовалось водород, как простое вещество, двухатомная молекула. Итак, составили метод электронного баланса. И что же мы видим? Коэффициент равный 1 и 1. Соответственно, нам даже реакцию уравнивать не пришлось. И составили мы ее абсолютно верно. Теперь рассмотрим взаимодействие кислот с солями. До этого были гидроксиды, теперь пришли соли. Итак, соли это активные соединения, которые довольно часто являются как растворимыми, так и нерастворимыми. С одинаковой практически периодичностью. Например, обычная поваренная соль, хлорид натрия, мы все знаем, что она растворимая. А вот, например, тот же Карбонат кальция уже будет являться не так хорошо растворимым соединением. Итак, признаки реакции кислот и солей примерно такие же, как признаки реакции... реакции обмена. Это обязательно осадок или газ, или вода, а может быть все вместе. Итак, в данном случае у нас в первой реакции образуется осадок, сульфат бария, качественная реакция на ионы бария. А во втором случае у нас образуется СО2, углекислый газ. При добавлении к карбонату кальция у уксусной кислоты у нас образовался углекислый газ. На самом деле образовалась угольная кислота, но она разложилась на воду и углекислый газ. Поэтому углекислый газ улетучивается, мы видим пузырьки, вода остается, и соль, ацетат кальция, тоже остается. Взаимодействие между кислотой и солью довольно распространенные, их вы даже можете наблюдать дома. Например, если вы хотите что-то приготовить, какую-то вкусную выпечку, вы возьмете соду и будете гасить ее либо уксусом, либо лимонным соком. И в ложечке сода начнет пениться. Это как раз и будет реакция взаимодействия кислоты с солью. Далее мы с вами можем и получать кислоты. А как же получать кислоты? А, вообще кислоты можно получать двумя путями. Либо реакцией взаимодействия между какой-то солью и кислотой, а можно получать с помощью реакции прямой, например, реакции соединения. Если мы возьмем воду и растворим в воде, например, оксид серы-6, то у нас получится серная кислота. Но, к сожалению, не со всеми кислотами так можно сделать. Например, кремниевую кислоту мы не можем получить прямым путем. Если мы возьмем оксид кремния, а он напоминает песок речной, и добавим ее в воду, к сожалению, никакая кремниевая кислота у нас не получится. Так и будет песок лежать на дне воды. Поэтому используют реакции замещения, либо реакции обмена. В реакциях замещения тоже нет ничего сложного. Приходит сильный металл, вытесняет слабый водород. Это мы с вами уже знаем. Так вот, чтобы получить кислоту, нужно сделать наоборот: взять какую-нибудь э, соль слабого металла и вытеснить ее водородом, который будет куда сильнее этого металла. Итак, в данном случае мы с вами обратим внимание на другое взаимодействие, на реакцию обмена. Смотрите, у меня какой-то непонятный ряд с какими-то кислотами. Они вообще тут в столбик стоят. Так вот. Кислоты тоже делятся на сильные и слабые. Серная кислота одна из самых сильных. А вот, например, сернистая кислота, она уже такая, более слабая. Так вот, запоминаем. Соли более сильных кислот не могут реагировать с более слабой кислотой. Например, у нас не может вступить в реакцию сульфат железа и, и например, какая-нибудь более слабая кислота, Уксусная. Просто потому, что ацетат будет более слабым кислотным остатком, чем сульфат. А вот если мы захотим получить, например, какую-то более слабую кислоту, мы возьмем сульфит железа того же только уже сульфид, да, соль сернистой кислоты, и заставим ее реагировать с азотной кислотой. Конечно же, азотная кислота более сильная, чем сернистая кислота, и кислотный остаток нитрат вытеснит кислотный остаток сульфид. И в результате у нас получится сернистая кислота в чистом ее виде. Ну, если мы ее, конечно, сможем удержать, потому что мы помним, что сернистая кислота довольно неустойчивая и любит распадаться на СО2 и воду. Итак, но применяются эта кислота почти везде, несмотря на то, что какие-то из них неустойчивые, какие-то устойчивые. Итак, самая распространенная кислота соляная, она есть у нас в желудке. Поэтому нам она очень нужна. Только пить мы ее не будем, иначе мы все отравимся. Также используется серная кислота. Она очень часто используется, например, в органическом синтезе, потому что она является хорошим водоотнимающим средством. А еще с помощью этой опасной кислоты можно получить ожоги и даже прожечь свою одежду насквозь. Зато серная кислота, концентрированная, может помочь нам получить приятные ароматы, которые называются эфиры что связано больше уже с органической химией. Если мы рассмотрим какие-то удобрения, там тоже добавляется кислота и уже используют нитраты соли азотной кислоты. Вообще очень много сфер применения кислот есть. А я с вами на сегодня прощаюсь. Спасибо за внимание и встретимся на следующем уроке.